знаки зодиака, которые ненавидят жару и плохо ее переносят. В то время как одни готовы прыгать от восторга и проводить все время на открытом воздухе даже в 35, есть три знака, которых жара особенно утомляет эмоционально и физически. Кто страдает больше всех в разгар летнего сезона? Рак, даже при условии, что раннее лето – это сезон раков, и тот факт, что этот знак зодиака любит тепло, как только столбик термометра пересекает отметку в плюс 30 градусов. Для тех, кому покровительствует это создание, ситуация перестает быть веселой и комфортной. Жару раки терпеть не могут. В такие периоды, если верить профессионалам, они больше всего любят уединяться в своей раковине или, по крайней мере, проводят время в теньке, пока температура не опустится до приятных 23 градусов. Стрелец. Рожденные зимой стрельцы не боготворят жаркую погоду, а, напротив, очень тяжело с ней справляются. И о билетах в знойный Сочи думают в последнюю очередь. Им бы на удаленку и под кондиционер. Вот оно счастье. Но это связано не только с датой их рождения. Представители этого знака зодиака по своей природе очень любопытные, подвижные и активные. А высокие температуры гарантируют стрельцу вынужденный и абсолютно ненужный перерыв. Все-таки счастливее всего, согласно астрологам, эти герои чувствуют себя в своей стихии, на лыжах или сноуборде, по колено в снегу. Водолей. Водолеи обожают занятия на природе, пешие прогулки, каякинг, плавание. Это лишь малая толика мероприятий в списке интересов этого знака. Но как бы водолей не любил проводить время на открытом воздухе, когда за окном слишком жарко, активные представители знака становятся словно парализованными и по-настоящему злыми. В такие моменты их окружению не следует настаивать на активностях под палящим солнцем, а оставить водолея в теньке за большим стаканом холодного чая. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.